В Ленинском городском округе участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в краже $8,5 тысяч США. Мужчина уже ранее был судим. В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому городскому округу обратился 42-летний житель города Видное, который сообщил о краже сумки с документами и денежными средствами, которую он оставил на скамейке вблизи улицы Строительная. После изучения записей из камер видеонаблюдения участковые уполномоченные Видновского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили на следующий день и задержали 38-летнего мужчину. Что сделали с сумкой, когда вы украли ее? Передал старому другу. Поделили деньги. Угу. Куда денежные средства потом дели? $100 пошел проверять, настоящие или нет, в Сбербанке напротив дома. Остальную часть денежных средств спрятал. В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денежных средств, которые были спрятаны за тумбочкой, а также в книге с вырезанными страницами. Вы осознавали, что совершаете преступление? На данный момент нет. На тот момент? На тот момент. Вину свою признаете? Да, признаю. В отношении правонарушителя следователем Следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.